Изучает меню, проверяет медпункт и палаты. Сити-менеджер Евгений Тевтелев посетил оздоровительный детский лагерь «Утес». Репортаж Славы Круковской. Детский лагерь в Сосновском районе – открытие 23-х Олимпийских игр. Но вместо стадиона с трибунами – спортивная площадка и скамейки. А хитоны соорудили из простыней. Раздобыть греческие сандалии артистам не удалось. Сиртаки танцуют босиком. Шквал аплодисментов срывает древнегреческий бог с олимпийским огнем в руках. Сам он, правда, иронизирует. До Аполлона или Зевса пока далеко. Себя назвал я Пар Ухатыч. Почему? Потому что венок на мне березовый, простынка белая, тепло, как после бани. Ужин. Помидоры свежие, рагу, тефтели. Комфорт, хлеб. Ну все, ладно, молодцы. Работу лагеря сегодня инспектируют градоначальник Евгений Тевтелев, изучает меню в столовой, проверяет медпункт и жилые корпуса. Лагерь «Утес» работает круглый год, с сентября по май здесь отдыхают труженики тыла, ветераны и дети погибших защитников Отечества. А летом территория отдана сиротам и детям из малообеспеченных семей. Путевки для них бесплатные. Это единственное учреждение, оздоровительное учреждение в городе Челябинске, которое полностью финансируется за счет городского бюджета в рамках программы «Социальная поддержка населения города Челябинска». То есть путевки деткам в этот лагерь полностью бесплатны. За лето отдохнуть в лагере успевает около 1000 детей. Есть 7 жилых корпусов, столовая, спортивная площадка, своя газовая котельная и водонапорная башня. Но лагерь решено реконструировать. Проект готов. Построят стадион с баскетбольной площадкой, установят тренажеры для инвалидов. Расширение категории отдыхающих здесь, то есть детей и людей с ограниченными возможностями. Это расширение спортивной части этого оздоровительного лагеря. Ну и третий момент – это обновление тех корпусов, которые сегодня действительно потихонечку надо обновлять. Существующие корпуса построили еще в 50-х. И вмещать они могут только 40 человек. На их месте построить новые здания. Они смогут принять в два раза больше детей. Светлана Круковская, Иван Генералов, ОТВ.